Привет, мои котики! Меня зовут Амила, и сейчас вы находитесь на моем канале. Или, точнее сказать, в моей комнате. Не бойтесь, это всего лишь частичка ее. Ну, а сейчас мы приступаем к делу тому, что я буду распаковывать вот такую коробочку. Давайте же ее откроем. Нет, стойте. Так нельзя. Нужно поближе, чтобы все рассмотреть. Ну, я хочу показать вам одну штучку, которая сюда заснула специально. Боже мой. Это вот, ну, она была отдельно, то есть мне подарили, это подарок, то есть от моей тети. И нет, день рождения у меня не сейчас, а целого 12 марта. Да. Вот такая вот интересная раскрашка. Она вот так вот выглядит. Это от Miniso. Точнее, если кто не знает, что такое Miniso, это маленький корейский магазинчик, в котором все из Кореи. Ну, логично, как бы. Сейчас я вам покажу ее поближе. Вот так вот она выглядит. И за кадром, если не знаете, песня Disconnect. Смотрите, какая она крутая. Здесь всего 12 листочков. И кто еще не понял, что это за штучка, это такая разукрашка, можно сказать. Эти штучки надо... Боже мой. Эти рисунки надо разукрашивать. И потом их можно отклеить и куда-нибудь прилепить. Например, к себе на лоб, как сделали мои сестры. Вот так. Он стоил... Ну, здесь не написано сколько, просто написано, сколько здесь листочков и все такое. Давайте откроем его. Мяу. Он такой миленький. Ну, это обычные листочки. Ну, как бы, в линеечку. Дальше к нам попадается вот такой вот. Я забыла, как это называется. Это этот. Я забыла, как он называется. Короче, внизу я напишу, как он называется, потому что я забыла. И это у нас брелочек, что очень круто. Посмотрите. Это сквиш! Я вспомнила! И он такой крутой. Я никогда сквиши в руках не держала, поэтому держу в первый раз. Это очень классно. Дальше идет какая-то штучка. Это бомбончик. Тоже на брелочке. Смотрите, какой он крутой. У меня есть примерно такой же. Что это? Ладно, я не знаю, что это, поэтому не буду просто трогать его. А, это специально сделали, чтобы могла я зацепить куда-нибудь. Это чтобы для ключей зацепить, а это куда-нибудь на рюкзачок, куда-нибудь. У меня такой же есть, только сердечко. И оно тоже от Miniso. Вот такое вот сердечко. И оно тоже от Miniso. И это тоже как подарок был. Такой миленький. Дальше идет вот такая вот пилюлечка. Кто не знает, что это, то это ручка. Она вот такая прикольная. Я никогда не видела ее вживую. Но она какая-то странная. А, все. Смотрите. Классно, мне нравится. Она такая миленькая. Витаминка. Короче, вот так вот она выглядит. Дальше идет тоже ручка, только она выглядит вот так вот. Так, где она открывать? Вот. Это у нас арбузик. И очень миленький. И это тоже ручка. И еще здесь что-то есть. Что это? Это наклеечки, блин, как круто. Это стикеры, даже так можно сказать. Это у нас какие-то вкусняшечки. Дальше у нас идет тоже что-то. Это уже стикеры. Sunday, Monday, Tuesday. Ну, короче, дни недели. Давайте его откроем, потому что мне интересно. А это, вау, это классно. Типа, вы написали что-то, оторвали и приклеили. Что-то наподобие стикеров. Вот так вот. Это пенал, фламинго, блин, как круто. Я уже думала, что пенала здесь не будет, но он здесь оказался. Смотрите, как он круто выглядит. Найс, фламинго. Что здесь написано? А. Something for life. Здесь я правильно прочитала. Вот такой вот он внутри. Классный, буду пользоваться обязательно. Дальше идет... Наклейки! Так, подождите, давайте вот это сначала посмотрим. Это у нас... Мне написали открытку. Спасибо большое. И так мило. А теперь переходим к стикерам. Смотрите, какие они крутые. Я всегда хотела себе такие стикеры, но почему-то мне было лень заказывать. Не правда ли они классные? Мне так нравится. Просто ужас. Как мне нравится. Дальше идут тоже стикеры, только они уже в виде луны. Что очень забавно даже, можно сказать. Смотрите, какие они крутые. Black Moon, черная луна. Ну, это тоже стикеры, как я и говорила. Дальше идет, что это? Это уже от Miniso. Мне кажется, это просто подложили. 900 тенге. Это бальзам для губ, вроде бы, если я не ошибаюсь. Я не умею открывать.
Блин. Короче, откроем как-то так. И да, это бальзам для губ со вкусом граната. Он так вкусно пахнет. Ой. Короче, он выглядит вот так вот. Так, куда-нибудь положим ее. Ой. Дальше идет у нас тоже стикеры. Тут мемо. Это тоже стикеры в виде слоника. Только здесь уже можно будет писать по линиям. Вот так вот они выглядят. Блин, вот все видно теперь. А, только они уже отрываются вот таким образом. Они такие миленькие, можно их приклеить. И, короче, ну вы понимаете, что такое стикеры, конечно. Дальше идет. Это, по идее, в самом конце должна идти, но она крутая. Просто положим ее на место. Декоративные скотчи. Здесь их, по-моему, 2 или 3, если я не ошибаюсь. Да, их здесь даже 5. Смотрите. Какие они милые. Их здесь, конечно, мало, но буду пользоваться специально, чтобы было нормально. Вот. И осталось немного совсем. Тоже ручка, только уже в виде лимончика. И это тоже пилюлька-ручка. Я не знаю, почему пилюлька, но... Короче, рукожоп сработал. Ты мило сломала ручку. О, боже мой, как надевать ручку? О, боже мой. Все, я вроде, надеюсь, не сломаю ее больше. Так, ладно, уберем это. Это у нас... Что это у нас? Это ластик! И вот, продолжаем. Это ластик. Блин, не видно. Вот. Это ластик. Очень длинный ластик. И осталось вообще даже немножко. Это у нас... Что это? Это типа маленькая лего, что-то наподобие. И здесь девочка есть лего. Прикольно. А что она обозначает, я не понимаю, ну ладно. Это типа здесь инструкция, как его собрать. Вот. И остались только уже 2 пилюльки, вот такие вот. Но они такие же. А, вот еще последняя пилюлька. Вроде бы они тоже синего цвета, да? Было бы круто, если бы они были бы разноцветными, но, к сожалению, они синего цвета. Ну и так вот, вот наше видео подходит к концу. И надеюсь, вам оно очень понравилось. Потому что, когда, пока я смотрела, я сама в руках держала свой сквиш и просто его жмякала. Потому что это было очень классно. Вот такая вот у нас коробочка, мне так нравится, вот они. Самое классное, мне кажется, в этой коробочке, это сквиш, он лежит у меня сейчас на столе. Дальше сквиш, дальше вот такая вот, вот такой вот маленький типа ежедневника, и вот такие вот наклеечки. Я всегда о таких мечтала, но мне было очень лень их заказывать, потому что их надо было долго ждать. А здесь они попались в этом сюрприз-боксе, что очень круто, поэтому рекомендую вам его. Хотя, откуда, как вы узнаете, где его заказать? Короче, просто попробуйте найти примерно такой же. А, с вами была я, Тамила. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если что, он так же называется. Да. Но вы у меня котики.